24 по 27 февраля 2015 года был проведен отборочный тур Международной олимпиады по математике «Время учиться в России», ориентированной на выпускников национальных школ и вузов, в которых приняли участие школьники выпускных классов городов Ереван, Гюмри и Ванадзор. Координаторами олимпиады в Армении являлись Российский центр науки и культуры в Ереване и Ереванский филиал МИСИ. Участниками мероприятия стали учащиеся выпускных классов города. Им была предоставлена возможность проверить свои силы, выполнить задания по школьному курсу математики. В рамках олимпиады представители российских вузов представили материалы и ознакомили присутствующих с условиями участия в олимпиаде и возможностью выбрать для бесплатного обучения по техническим направлениям подготовки один из представленных российских университетов. Для отбора кандидатов на обучение по программам бакалавриата и специалитета состоялось тестирование по математике. А для отбора кандидатов на обучение по программам магистратуры проводилось тестирование по математике и физике. 27 февраля в Российском центре науки и культуры в Ереване состоялось вручение сертификатов победителям олимпиады «Время учиться в России». Победители отборочных туров олимпиады получат право на обучение в 12 ведущих технических вузах России за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. В общей сложности в 2015 году для победителей олимпиады выделено 40 стипендий для обучения в бакалавриате и магистратуре. В рамках мероприятия были проведены встречи ректоров для определения сферы сотрудничества между российскими и армянскими вузами –